Вам надо понять, что это ваша ситуация, и поэтому вам надо помогать себе. Вам надо понять самое первое, почему вы хотите все поменять, честно. Потому что вы хотите быть счастливым человеком, а вы там живете с ними несчастной. То есть вы несчастная. Допустим, представьте себе, чтобы они такие же, как они и есть, но вы при этом стали счастливее. Вас это устроит? Нет, вы хотите их поменять по-любому? Вам надо микрофон говорить. Микрофон остается у вас. Понимаете, дело в том, что... Спасибо вам. Дело в том, что по факту вам надо помочь просто себе стать счастливой в этой ситуации. И это достигается двумя способами, три вещи надо знать. Первое, нужно научиться быть счастливой внутри себя. Это с помощью молитвы только возможно. То есть, слушая голос святого человека, настраиваясь на святое место, человек может счастье культивировать внутри себя, независимо от внешней ситуации. Второе. Нужно понять, насколько сильно вы зависите от своих родителей. Если вы очень сильно зависите от них, тогда надо менять свое восприятие мира. Вы не можете жить в зависимости, вам надо стать зависимой от своего внутреннего состояния, а не от состояния людей, которые вас окружают. Вот представьте, если бы я сейчас зависел от всех, кто сидит в зале, как бы я смог читать лекцию? Я бы не смог, потому что у всех свое настроение, и я бы просто сварился в нем. Я должен быть на своей волне в какой-то степени. Это не означает бессердечие, это означает способность менять ситуацию. Это второе, что вы должны понять. И третье, что вы должны понять, это то, что не обязательно... их как-то сильно менять, своих родителей. Надо просто выбрать правильный способ отношений. У вас там есть какой-то уголок, где вы живете, свое место? Я живу в разных городах. А вы вообще в разных городах живете? И что же вас так сильно беспокоит, если вы живете отдельно? У меня с матерью очень сильная связь эмоциональная, и все переживания, которые она переживает. Вот, видите, это означает зависимость. То есть, если у вас есть свое место для жизни, а организуйте там духовное место, духовную жизнь. Вы можете там алтарь поставить, там включать духовную музыку постоянно, пищу с молитвами готовить, можете? Понимаете, есть только одна проблема в этом мире, это нехватка счастья. Вот когда нам счастья не хватает внутри себя и в отношении с Богом, тогда мы пытаемся счастье брать у родственников. Это вы называете счастьем. Но у матери сейчас плохой период идет у вашей. Она очень напряжена, ей тяжело очень жить, и вы не сможете с этим ничего сделать. Вы можете только с помощью концентрации на Бога отдавать ей больше сил. А так как вы этого не делаете, вам остается что? Страдать. Потому что люди друг с другом связаны нитью незримой. Когда ему плохо, близкому человеку, вам тоже становится плохо. Почему? Потому что он требует от вас сил. Но если вы будете больше молиться и думать о Боге, тогда вы добровольно будете в себя впитывать силы и отдавать ей. Понимаете? И тогда ей станет легче. То есть первая стадия — человеку должно стать легче. Разум не работает, человек не меняется, когда... ему плохо. Он просто ждет возможности сделать себе лучше. Ага, нашли радиомикрофон, да? Или нет? Надо Сашу найти, организатора. Найти организатора, кто-то должен сходить, найти его. Чтобы он нам принес радиомикрофон. Так, видите, если вы хотите, чтобы она поменялась к лучшему, сначала она должна успокоиться.
Если она не успокоится, она не будет меняться. Чтобы она успокоилась, вы должны переключиться с того, что вы должны ей помочь, вот из этого состояния страдания, из этого состояния, в котором вы не способны ничего сделать, потому что свои силы вы уже все отдали. Вы должны настроиться на Бога и во время молитвы, во время слушания голоса возвышенного человека думать также о матери. В это время его силы, силы божественной силы пойдут к ей на помощь. И вам сердце станет спокойно. Потом придет время, она скажет, что ей стало спокойно. И вы тогда должны ей сказать, от чего. Что вы молились за нее, и ты можешь так же жить, дать ей лекции, начать слушать. Когда она успокоится, к ней в сердце придет вера. Она начнет менять свою жизнь тогда, в этом случае. Вы поняли схему, последовательность? А сейчас вы в замкнутом круге находитесь, потому что вы переживаете за нее, не понимая, что, как это механизм этот работает. Вы переживаете, отдаете свои силы, а брать ниоткуда силы вы не научились. Поэтому вы страдаете из-за этого. Я бы хотел, чтобы вопросы задавали из зала, потому что иначе нет обратной связи. Вот девушка, которая написала про отношения с мужем, как избавиться от чувства вины. Давайте я с вами поговорю. Мы не будем всю записку читать. Есть такой человек, вот, который записочку написал? Вы, да? Тогда у нас радиомикрофон появился, да? Вот, есть, замечательно. Давайте его радиомикрофон. Это девушки. Потому что когда человек стоит, он напряжен, и как бы на него внимание все, и ему тяжело общаться. Спасибо. Он работает? Ага, здравствуйте. Я не буду записывать, прочитывать эту записку, потому что она может вызвать напряжение у вас дополнительное. Бытует мнение такое, что девушка должна выходить замуж, не имея никого, то есть девственницей должна выходить замуж. Если она имела кого-то до этого в отношениях, то сейчас мужчины придумали такую теорию, что в этом случае ребенок будет рождаться похожим на предыдущие связи. Такой феномен действительно существует в том случае, если девушка во время зачатия вспоминает сильно о том чувстве, которое она испытывала с каким-то другим человеком. Другими словами, во время зачатия она фактически не находится вместе с человеком, с которым она зачинает ребенка, а ее психика настроена на кого-то другого. Если такого состояния нет, тогда, тогда точно ребенок никак не будет похож на предыдущие отношения, на предыдущих людей. Это невозможно. Теперь, что касается прошлых отношений, то когда вы строили какие-то отношения с кем-то, вы до этого не знали своего будущего и не знали, что у вас будет еще какой-то человек другой там и так далее. Поймите, что в древней культуре люди вообще не разводились, они просто вместе начинали жить и жили всю жизнь. Сейчас люди в этой возможности не защищены ни социумом, ни знанием, ни своим воспитанием. Молодые люди часто не понимают, что как надо создавать семью, у них вообще нет никакого образования. Когда человек совершает какой-то поступок, не имея никакого представления о том, какие могут быть последствия, он по факту не слишком сильно виноват. Понимаете? Если бы ему это дали, это образование, и он бы жил в среде, в которой нельзя разводиться, там, как в Индии, допустим, там нельзя разводиться, или в других странах восточных. У нас нет института семьи, то есть он деградирует. Люди не защищены в личной жизни, они не имеют гарантии, что близкий человек не начнет изменять. Даже родственники часто поощряют такое поведение у своих детей, что типа, ну погуляй, если тебе трудно с ней жить или с ним. Понимаете? Другими словами, особо вины-то никакой и нет. А вот есть проблема с самобичеванием. Часто такая проблема у женщин бывает, что они начинают рыться в своих недостатках, мучить себя. Это вообще не способ жить.
Потому что человек должен быть настроен на свет, а не на тьму. Вот, допустим, на Луне есть пятна. И можно просто взять и рассматривать эти пятна на Луне всю жизнь. А можно думать о том, что она дает благодать отдыха человечеству, что она дает нам отдых, и не замечать ни этих пятен. Можно видеть свет, идущий от Луны, а можно видеть пятна. Точно так же, когда человек работает над собой, он должен всегда все равно быть устремлен на свет, а не на страдания. Он должен чувствовать себя душой прежде всего. Но так как у него были какие-то неправильные поступки, он должен просто организовать так свою жизнь, чтобы они больше не повторялись. Но если человек действительно совершает зло, например, кто-то бросает своего близкого человека жестоко, тогда нужно установить в своем сердце чистые отношения с этой личностью. Нужно светлую память пробуждать в своем сердце по отношению к этому человеку. С помощью молитвы, опять же. И когда светлая память приходит по отношению к человеку какому-то, то уже ему ничего не должен. То же самое касается и тех людей, с которыми вы пытались построить отношения в личной жизни. Если у вас с кем-то не получилось, просто молитесь так, чтобы оставить светлую память об этом человеке. Понимаете? И все, и у вас сердце успокоится по отношению к этому человеку, потом по отношению к тому. И так постепенно вы придете в те отношения, в которых вы находитесь. Бывает так, что человек не может отвязаться от тех отношений, которые были. Опять же, это означает, что остались там какие-то долги. Нужно молиться, вспоминать этого человека в молитве, и постепенно и обиды, и злоба, и разочарование, и привязанность. Все проходит, остается светлая память. Светлая память осталась, можно идти дальше по жизни. Я просто до конца не понимаю, чего вы хотите сейчас узнать. Вы хотите просто чисто и светло войти в новые отношения, тогда просто помолитесь, чтобы у вас во всех прошлых отношениях была чистота, осталась только чистота и все. Потому что вы же ничего плохого не желали, вы хотели создать семью. У вас не всегда это возможно сразу получить, в наше время создать невозможно. Вы делали какие-то попытки. Если вы кого-то бросили, раскаетесь, очиститесь от этого, извинитесь перед этим человеком. Хорошо? Но знайте, что если вы постоянно думаете в негативе о своей жизни, это называется невежество. Человек должен настроиться на служение, он должен думать о том, как служить другим, и он не должен думать о том, достоин он или нет. Часто люди меня обвиняют, говорят: «Олег Геннадьевич, у вас у самого было не все гладко в личной жизни. Какое право вы имеете читать лекции?» Я отвечаю, что если вы считаете, что я не имею права читать лекции, тогда на них не ходите. Но есть люди, которые хотят услышать мой опыт, мою победу над судьбой. И я для них читаю лекции. А те, кто считает, что они достойны, да, они должны найти тех, кто достоин, и слушать от них. Но в целом каждый человек имеет право идти вперед. Понимаете, есть такая философия, что если, допустим, человек совершал какие-то плохие поступки раньше, то ему надо просто закончить жизнь самоубийством, потому что вперед уже он идти не сможет. Это глупая философия, потому что человек всегда ошибается и исправляется. Больше того, мы не знаем даже, что мы набедокурили в прошлых жизнях. И тогда что, нам сразу всем закончить жизнь самоубийством или не заниматься выполнением своего долга, если мне мой старший сказал: ты должен давать людям знания, в этом твое предназначение, твой долг твоей жизни. Я этим занимаюсь. Точно так же и вы должны заниматься тем, что вам дал Бог, вашим предназначением, и не думать о своих ошибках. А если возникают такие мысли, помолитесь, чтобы Бог вам простил, вас простил. И все. И дальше идите вперед. Но если вы думаете о своих ошибках постоянно, то это означает, что у вас неправильное мышление. Это называется мышление в невежестве. Есть мышление в страсти, когда человек верит в будущее. Есть мышление в невежестве, когда человек постоянно думает о прошлом. А есть мышление в благости, когда человек всегда идет вперед и помогает другим. И он находится в настоящем в это время. Он живет
своим служением другим. Следующий вопрос. Видите, я не тороплюсь, то есть мы, цель наша познать, узнать тему. Есть человек, который практически что-то переживает, и мы на основе него изучаем какой-то материал. Поэтому мы не торопимся, мы не хотим больше ответов на вопрос. Наша цель — знание. У кого есть вопросы, поднимайте руку. Вот девушка. Здравствуйте. Да. Я семейный математик. Да. 2 года назад меня бросил муж. В течение всего этого периода я занимаюсь духовной практикой. Видите, как вам повезло, что он вас бросил. Да, а так бы не занимались. Ситуация сейчас такая, что я из стрессового состояния еще не вышла. Да, я вижу. Но стоит очень острый вопрос. То есть муж на развод не подает. Из изучения ведического знания я понимаю, что на развод я тоже не могу подать. Можно? Ну почему? Не то, что вы не можете подать на развод. Вы можете подать на развод, почему нет? Если он это делает из каких-то корыстных побуждений, а не с целью защитить вашу жизнь, то зачем тогда это нужны эти отношения? Вы должны ему ставить условия. Вы должны ему ставить условия, что вот мы, я жду тебя столько-то. Если нет, тогда я не смогу дальше тебя ждать. Мы с ним не можем общаться, мы с ним не разговариваем. А почему он не подает на развод? В чем причина? Это большой вопрос, я не знаю, мы не общаемся. Но вы пообщаетесь с ним? У меня не хватает сил на это. Ну, надо все равно это прояснить. Мне задать ему прямой вопрос? Конечно, да. И в обратном случае я могу подать на развод? Вы можете также подать на развод, потому что он вас бросил, в конце концов. Бывают люди с каких-то политических соображений и подают на развод. Я не знаю, какая ваша причина конкретно. Но если он не выполняет свои обязанности перед ним, вы должны поставить сроки, в которых вы будете его ждать. Если в эти сроки он не возвращается в вашу жизнь, тогда вы можете развестись с ним. В этом нет греха. Ну что вам, ждать его всю жизнь? Вы же должны быть защищены, жить с кем-то в своей жизни. Спасибо вам. Вы же его, или вы его бросили? Кто кого бросил? Он меня бросил. Он вас бросил. Ну тогда чё, в чем проблема-то? Давайте дальше, пока люди собираются, мы будем общаться. Вот девушка, женщина на втором ряду хотела со мной поговорить. Я стараюсь разговаривать с зала, а не записки. Записки — это такое, знаете, очень сложное. Это все равно, что лизать банку с медом снаружи. Лучше видеть человека. Вы верите? Ну, пожалуйста. Вы сказали о служении. Да. Служение, ну, в семье это понятно. Родные, близкие люди. Мне это действительно хочется сделать всегда хорошо. А вот если на работе, да, ты пытаешься помочь, и тебе садятся просто на спину и погоняют. Но это значит, что вы не знаете, что такое помощь. Вы не понимаете, значит, как помогать человеку, потому что помощь бывает как медаль с двух сторон. Бывает строгость, нужно помогать строгостью человеку, а бывает добротой. Вы просто должны учиться, если вы хотите помогать людям, вам нужно знание. Без знания помочь невозможно. Иногда человек, пытаясь помочь, еще хуже человеку делает. Но поэтому врачи, допустим, знают, что помогать другим нужно иметь знание. Если у тебя знания нет, ты не знаешь диагноза человека, не знаешь симптомов болезни, ты, пытаясь помочь, можешь навредить. Поэтому лучше не трогать человека, если ты не знаешь, как ему помочь. Но помощь всегда в обществе всегда состоит из двух категорий. Это помощь в результате снисходительности или в результате строгости. То есть нужна или снисходительность, или строгость. Кроме того, есть еще разные слои общества. Например, вы руководитель для них, равный или подчиненный для этих людей? Кто вы? Я и то, и другое. То есть вы руководитель. А то и то, ну то есть для кого-то вы руководитель. Для кого вы руководитель, вы должны соблюдать дистанцию с ними в отношениях, не сближаться, иначе они будут сажаться на шею. Это записка такая? Это вопрос? Но я никогда не смогу его задать, потому что это, на это потребуется вся лекция.
То есть, если вы работаете с подчиненными, вы должны быть для них старшей. Означает снисходительности немножко и больше строгости. Потому что у подчиненных всегда есть склонность садиться на шею у старших. Это первое. Если это старшие для вас люди, тогда вы заботитесь о них, служа им верностью своей, подчинением. Если это равные, то вы заботитесь по-дружески. Вы должны решить, какие отношения у вас с ними. Потому что если вы неправильно строите отношения, тогда это разрушает отношения. Нет, можно научиться говорить, если ты понимаешь, что такое настоящее сострадание. Если ты чувствуешь ситуацию и понимаешь, что дальше будет хуже, тогда ты говоришь «нет». Это тоже вид сострадания. То есть, видите, вам не хватает знания о том, что строгость — это любовь. Давайте я вам расскажу немножко об этом. Я как-то молился своему наставнику и пытался увидеть его в самом милостивом образе, который только есть у него по отношению ко мне. Я пытался увидеть его милостивым. И я молился много, долгое время, и в какой-то момент я увидел его очень строгим перед собой, хотя в жизни он так строго со мной не ведет. Он очень строго на меня смотрел, и взгляд был настолько строгим, что вся гниль у меня сразу в сердце высветилась. И в этот момент я был очень благодарен судьбе, потому что я верил, что это так и есть. Я, ну, когда настоящий человек, которому ты веришь, тебе говорит о твоих недостатках, или даже просто в медитации ты это начинаешь видеть, то у тебя нет сомнений, что это так и есть, потому что в свои недостатки поверить очень сложно. И я тогда понял, что строгость является самой большой милостью. Но этот вид милости доступен только в том случае, если у тебя правильное отношение с человеком. Если ты ему веришь, тогда он может быть строгим с тобой, и строгость тогда дает больше знания и любви, чем снисходительность. Но если вы администратор, вы старшая для людей, то у вас есть два типа отношений с ними. Первый тип отношений — деловые, в которых ваша любовь означает сделать так, чтобы они выполняли свои обязанности. Если они не хотят выполнять свои обязанности, вы должны их наказывать. Если вы не будете их наказывать, то они будут причинять зло и себе, и вам, и другим людям. Если у вас нет этих знаний, тогда вы должны их приобрести. Потому что на санскрите слово «кшатрий», «кшат» означает насилие. «Кшатрий» — это тот, кто руководит. Ну, то есть, если человек руководит людьми, и он не применяет насилие, тогда в этом случае он не способен никак управлять коллективом. Это невозможно. Потому что люди склонны ошибаться и склонны эксплуатировать старших, как говорят, садиться на шею. Эта склонность есть у всех людей. Когда люди знают, что в этом коллективе могут наказать за такое поведение, они из страха этого не делают. И поэтому есть два способа мотивации вообще у обычных людей. Один способ мотивации для тех людей, у которых нет вдохновения служить другим, это страх. А другой способ мотивации для тех, у кого есть вдохновение служить другим, это мотивация близкой беседой или вдохновением человека. Понимаете? Если люди не склонны служить, а склонны эксплуатировать ситуацию, то их можно мотивировать только страхом. Больше никак. И поощрением, если они делают правильно. Вот так вот. Мы уже сейчас, еще один вопрос, и мы начнем беседовать уже по поводу лекции. Понимаете, дело в том, что вы немножко как бы, ну, не до конца понимаете. Вот меня здесь поздравляют с Новым годом, счастье, благодарность. Как перестать бояться летать на самолет? Вы хотите со мной поговорить просто, я понимаю. Но это невозможно.
Если вот я вот, если бы у меня было 1000 ртов, 1000 голов, я бы с вами обязательно со всеми поговорил вот один на один. Вам нужно найти себе старшего, с которым бы вы могли строить более близкие отношения, чем со мной. Потому что я приехал, уехал. А вам хочется поговорить со мной. Вот мне, вы мне рассказываете. Все. Вот встаньте, кто вот написал? Встаньте, пожалуйста. Кто написал мне записку? Как вас зовут? А? Елена. Елена, спасибо вам большое, что вы слушаете мои лекции, ходите на них. Я так вам благодарен. Вы очень замечательный человек. Спасибо. Ну, я больше ничего не могу для вас сделать. Так вот. Хорошо? Я всегда с вами. А? Один вопрос? Я всегда с вами в своем сердце, Лена. Только один вопрос. Хорошо, дайте ей. Дайте ей микрофончик, она задаст свой вопрос. Может быть, немножко пессимистичный вопрос? Ну, всякий бывает вопрос, что же делать? Если в случае человек уходит из материального мира, это всегда является волей Бога? Или может быть какая-то случайность? Если бы человек ушел из материального мира, то вы бы просто взлетели от счастья. Потому что когда человек уходит в духовный мир из материального, это значит, что он приносит удачу всем, кто с ним соприкасался. Это величайший святой, и таких людей очень мало на земле. В основном люди просто уходят из материального тела. То есть они просто оставляют этот мир, в котором жили, уходят вот так вот. И это всегда закономерность, это никогда не случайность. Я имею в виду, для меня страх самолета. Да? Если я вот считаю, что вдруг я сяду на самолет и сделаю этим самым глупость. То есть, что это от меня зависит? То есть, в принципе. Вы знаете, все очень просто. Можно не бояться, да? Первое, что вы должны понять, это то, что у вас трудно переносить вибрации, вам трудно переносить, когда начинается вот будежка вся, высота, у вас возникает страх. Этот страх преодолевается с помощью молитвы, потому что все находится в руках Бога. Человек не может сам контролировать ситуацию. Даже вы находитесь в этом теле, в котором вы находитесь, это тоже вас, вам как, у вас как самолет. Потому что вы душа, понимаете, вы духовная душа, вы должны жить в духовном теле. А это материальное тело, оно постоянно стареет, а вы вечно молодая. Понимаете, даже живя на этой земле, тоже как на самолете, понимаете, потому что с ней тоже все, что угодно может в любой момент произойти. И даже в этой стране вы живете как на самолете. Поэтому что вам бояться? А можно колонки подвинуть ближе сюда? Кто-то из организаторов может подойти и колонки сдвинуть вот так вот вперед, потому что из-за них я не могу общаться с людьми. Вам надо, я вам свой опыт могу передать. Я когда сажусь в самолет, я начинаю настраиваться на голос возвышенного человека, начинаю молитву. И у меня в сердце складывается полная картинка. Если я в сердце чувствую спокойствие по поводу этого полета, значит, с ним ничего не будет. А если я чувствую, что какие-то трудности с этим полетом, я начинаю молитву, эти трудности тоже преодолеваются. И я также знаю, что если я перед полетом начну молитву и увижу, что этот самолет разобьется, то есть трудности будут непреодолимы, я буду молиться, и все равно остается в сердце опасность, то я просто не пойду на этот самолет. Просто вы должны понять, что это страх не перед самолетом, а от страх перед неведением. Потому что у вас нет способа понимать свою судьбу. Судьба человека понимается всегда через память и через отношения с Богом. Это очень просто делать. Надо просто слушать голос возвышенного человека, начать молитву. И в тот момент, когда в сердце придет спокойствие, вы просто подумайте о событии. Если во время ваших мыслей о событии спокойствие не нарушается, значит, тогда все будет хорошо. А если вы чувствуете, что спокойствие нарушается, тогда все будет плохо. А так как у вас нет связи со святостью, поэтому у вас в сердце есть связь со страхом. Но есть еще одна глубокая причина, почему вы боитесь самолетов. Потому что в прошлой жизни вы оставили этот мир,
падая с высоты. Понимаете? И это падение, страх падения отпечатался в вашей памяти. Обычно люди, когда имеют такой страх, они наоборот на высоту начинают залазить, смотреть, молиться, то есть, ну, идут как бы против этой силы и побеждают ее. Например, я знаю один древнегреческий оратор, он заикался, и он специально стал оратором, чтобы победить заикание. То есть он все больше говорил, и в конце концов он перестал заикаться. У нас уже собрался зал, и я очень рад вас всех видеть. У меня много цветов. Это значит, что мы сможем с вами как-то... Я раньше делал один день встречи перед Новым годом, а теперь я понял, что один день — это мало. И прежде чем этот настрой на Новый год делать, нужно сначала, чтобы люди меня почувствовали, чтобы мы пообщались какое-то время до этого. А завтра у нас будет необычный день. Мы будем настраиваться на следующий год. То есть мы будем учиться побеждать судьбу все вместе, полтора часа. А потом будет представление. Ну, то есть мои помощники, артисты будут показывать, как надо жить человеку, который победитель своей судьбы. То есть они будут показывать семью, которая вот настроена правильно уже, чтобы в следующем году вы как бы так же пытались вот как бы пробовать так жить. Другими словами, одного дня не хватает, и поэтому мы решили проводить два дня. Видите, я в Питере редко бываю два дня подряд, да? Но в этот раз мы решили так сделать. Все-таки нужно к кому-то подойти из организаторов и подвинуть колонки вперед. Потому что люди мучаются, не могут меня увидеть. Они садятся и ничего не видят. Надо их подвинуть, и тогда все будет видно. Я думаю, что акустика от этого нисколько не пострадает. Да, вот так нормально уже. Да? Нормально же, видно меня все.